Вот эти шаги. Мы будем танцевать всю оставшуюся джазовую жизнь. Это основа для всего. Для Чарльстона 20-х, который мы сейчас попробуем танцевать. Для Чарльстона 30-х, который мы сейчас не будем пробовать, но когда-нибудь попробуем. И дальше для Линди Хопа, который танцует на смеси всех шагов, плюс еще трипл-степ добавляет. Чарльстон 20-х, я изображаю. Quick-quick-slow, 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 с твистами, да? Все видели, наверное, таких.